Центральная городская библиотека Махачкалы 27 августа в рамках всероссийской акции «Ночь кино» и объявленного в России «Года кино» покажет фильмы дагестанских авторов, организует книжные выставки и викторины. Так читателей и посетителей ждет просмотр картин «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь» и «Мой друг Цветок». В этот же день в музее ИЗО откроется экспозиция «Мир кинематографа в произведениях искусства» и пройдет показ художественных лент «Ошибки Рип» и «Девушки». С жемчужной сережкой. Цель акции – пропаганда и развитие российского кино.